Хочу поговорить о том, как вели Иисуса на распятие. И написано следующее, Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стиха. «И когда повели его, то, захватив некого Симона Кирьянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чели иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженно неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить: горам падите на нас и холмы покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Правда, интересные слова. Иисус идет, его ведут на распятие. Он не мог нести крест, тяжелый крест, он падал под ним. И тут нашли человека, этого Симона Кирьянина, и сказали: неси ты крест, он несет. Иисус избитый, трудно было ему передвигаться, и он видит этих плачущих женщин, они плачут о нем. И это так сильно. Женщины были здесь, которые плакали о нем. О них трижды сказано в этой главе. Еще в другой раз они стояли вместе. Они плакали, они переживали. Это было, с одной стороны, ну и трогательно очень. И в то же время, потому что они верили в него. Им жалко было его праведника, который столько исцелял, столько доброго делал. Всегда думаешь, женщины. И в церквях сегодня так много женщин, которые помогают. Им почему-то легче верить в Христа. И тут они плачут, и он говорит им такие слова: не плачьте обо мне. Мне очень больно, я несу на себе весь грех этого мира, и еще сейчас на крест меня прибьют гвоздями, но это все пройдет. Но вы плачьте о себе, о ваших детях. И это так здорово, и так сильно, и так важно, чтобы матери помнили о том, что в их руках лежит и счастье их детей, чтобы они молились. Их молитвы, молитвы с плачем, то есть настоящие, глубокие, с переживаниями, действительно с верой, что Иисус поможет. Вот так надо молиться за своих детей. Да, это очень важно. Плачьте о них, со мной будет все нормально. Вот еще немного, и все, и меня спасет мой Бог, Отец. Он воскресит меня из мертвых, когда я уже умру. И я буду восседать одесную Бога. Но вы о себе плачьте. Плачьте о ваших детях. Интересно, и тот момент, который он говорит, что дни приходят, что люди даже скажут: блаженно, что не было детей у меня. Представь себе, как мы радуемся ребенку, когда он рождается, когда он приходит в этот мир, когда он делает первые шаги, когда произносит первые слова: папа, мама, когда приходит в школу и, так сказать, учится читать, делать добрые дела. Как мы радуемся ребенку. Но будет момент, когда ты видишь, что все пропадает, и я, так сказать, не вижу спасения для себя, тогда ты ж: горы, покройте меня. В Писании сказано, есть время, когда можно спастись. И бывает время, когда уже поздно будет. И поэтому вот сейчас плачьте о себе, это важнее. Хотя он замечал, я думаю, то, что они плакали за него, он видел их доброту сердец, но тем не менее передвинул вот их активности, чтобы о себе они все же плакали и о своих детях. И он говорит, если зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? То есть если с ним, с Иисусом, вот такое творят, что будет с людьми, которые не служили ему, которые не жили с ним, чтобы об этом подумали. Да, очень дорого мне, что вот именно матерям здесь такое слово сказано. Именно матерям, вот отцам я даже вот так вот не помню, хотя на отцах лежит ответственность за семью. Сказано, что вот мужчина, он как бы ответственный, он пресвитер в своей семье. Он несет ответственность перед Богом за каждого в семье. Чтобы все было правильно, чтобы родители, так сказать, были до конца, за ними был уход, чтобы за детьми, так сказать, чтобы жена находилась в почете, в любви. За все отвечает вот этот мужчина. Но здесь Иисус, потому что знал, сколько мужчин стряхивает в себя все свои обязанности. Они просто взваливают все на женщин, чтобы те несли все. Видимо, в то время было так же. И он говорит, что плачьте о вас и о детях ваших, переживайте, думайте, как лучше поступить, просите у Бога мудрости, чтобы говорить то, что надо говорить, молчать, когда молчать, переживать за своих детей. Когда ты за кого-то переживаешь, ты каждое слово кладешь на весы,
И ты говоришь ему, что Иисус может тебя спасти. Оставь свой старый путь, иди за Ним. Даже если это трудности, даже это связано со слезами, даже если это связано, не знаю, с какими-то, кстати, невероятными скорбями, потому что то, что Иисус здесь переживал, это было невероятной скорби. Его все ученики, кроме Иоанна, тоже умерли вот такой ужасной, ужасной смертью мучеников. Плачьте о себе и о детях ваших. Это так важно. Да поможет нам Господь всегда-всегда в наших молитвах поминать наших детей, внуков, правнуков, всех, кого Бог нам дал, за тех, за кого мы несем ответственность, и чтобы мы могли жить так, чтобы они следовали за нами следовали по пути в небо. Спасибо, Господи, за ту силу, которую даешь нам, матерям и мужчинам, всем, которые, чтобы молились, переживали и вели своих детей к небу. Аминь.